Друзья, мы с вами говорили и работали над вашей мнительностью, над вашим катастрофическим восприятием будущего, над моделированием конструктивного будущего. И часто я здесь сталкиваюсь вот с такой проблемой, которая мешает вот качественно построить модель вашего будущего, а именно уверенность. Вы говорите, где бы взять таблетку Азверина, как Курт Леопольд? Где взять таблетку уверенности? Как научиться быть уверенным? Ну, всегда я на многие вопросы отвечаю. Жизнь учит. И здесь тоже жизнь учит. Нельзя по книжке, а все говорят, дайте прочитать книжку. По книжке прочитать и научиться плавать, не зайдя в воду, и не нахлебаться воды. И также уверенность приобретается с элементами падения, с элементами преодоления. Нельзя вот «я уверен, и теперь я пошел». Иди не очень уверенно и говори «я это сделаю». Ну, не сделаешь, ну, упадешь. Но ты себе говори, я встану, сейчас завтра сделаю. Вот важно здесь, чтобы наработать в себе уверенность, это уметь вставать. А у вас страх упасть. Не бойтесь упасть, вы не разобьетесь насмерть. Мало того, что лучше учиться на тех ошибках, которые контролируется вами. Ну, говорят, ну ладно, Юрий Николаевич, это дурак учится на собственных ошибках, а умный учится на чужих ошибках. Неверное утверждение. Умный перенимает алгоритм и опыт поколений. Чужой опыт, алгоритм, как действовать. Но еще раз повторю, зайдя в воду, вы должны сами хлебнуть. Вот она, ваша ошибка, что вы боитесь говорить, я научусь плавать на берегу, а потом нырну. Нет, вы должны научиться алгоритму действий. И в этом алгоритме действий, помните, я как сейчас помню, я палочки в первом классе писал, сколько слез над этим пролил, потому что мне одному из последних разрешили макать в ручку. Все это никак я не мог карандашом палочки правильно писать, крючочки. И я через этот опыт, опыт сын ошибок трудных, помните, великий сказал. Так вот, запомните, чтобы научиться уверенности, а мы будем учиться уверенности, не только перенимать алгоритм успешных людей. Алгоритм успешных людей можно прочитать, но нужно по ступенькам самим идти, и будете спотыкаться. И мы будем шагать по ступенькам так, чтобы, ну, не разбиться. То есть я тоже не приверженец такому методу обучения плавания, вывести человека подальше, поглубже, столкнуть, выплывет, хорошо, не выплывет, не судьба. Нет, не нужно далеко заплывать, не нужно бросаться в омут головой, не нужно бросаться в волны. Надо последовательно осваивать алгоритм успешных, уверенных людей. Но основная задача, во-первых, не бояться совершить ошибку, потому что ты на этой ошибке, в этом алгоритме научишься. И самое главное, знаете, берите ответственность на себя, за себя. Вот поэтому-то я вас и приглашаю. Вступайте в школы моей позитивной психологии, где я не просто изучаю психологию или не просто изучаю карму и вашу прошлую жизнь, глупые эзотерики. Я учу вас на алгоритме других успешных людей пройти свой путь с падениями. Но не в падениях дело, а в умении встать. И не бояться упасть. Вот это и есть уверенность.
подписывайтесь на мой канал, и вы знаете, там факультативов много, и про уверенность, и про воспоминания, и про моделирование будущего, достижение целей. Вот этих алгоритмов, моделей других успешных людей я вам много даю, объясняю. Потому что, чтобы поднять тяжесть, нужно уметь сгруппировать мышцы. Но самое главное – иметь эти мышцы. И поэтому мы их будем тренировать. Итак, друзья мои, я жду вас в Скайпе, в своих школах. Обращайтесь. Самое главное, я вам не сказал, с новым 2018 годом. Школы-то мои, бесплатные. Только консультации. И то я беру так мало. А не как эти десятки тысяч. 1200 за час. Так что, друзья мои, каждому по силам. Самое главное, надо брать ответственность на себя.